В прямом эфире продолжаем выпуск. 40 семейных команд, победители районных конкурсов, собрались в Елецком районе на фестиваль «Семейная рыбалка». На берегу прудов у села Казаки участники соревновались, кто больше поймает рыбы, и демонстрировали нестандартный подход в обустройстве палаточного лагеря. Рассказывает Роман Баданов. Палаточный лагерь вырастает за считанные минуты. Участники фестиваля – люди опытные. В походы всей семьей ходят часто и с удовольствием. Кто сказал, что на природе нельзя отдыхать с комфортом? Еще как можно – с самоваром и угощениями. Мы решили вот таким образом показать наше гостеприимство, нашу традицию русскую. Скажите, а чай от обычного электрочайника в таком самоваре другой получается? Ну, конечно. Здесь вся... Вот эта энергия природы, все передается, вот шишечки я добавляю, дуб. В каждой семейной команде 4 человека – папа, мама, двое детей. Конкурс палаток – первый в программе фестиваля. Оформление стана в пиратской теме выделяется ярче других. У нас в холодильнике были кокосы. От кокосов мы начали играть, танцевать. Сделали пальмы, нарядились пиратами. Ну и рыбалка как бы морская тема, пусть и на пруду. Мастер-класс по оказанию первой помощи привлекает в первую очередь детей. Каждому интересно попробовать себя в роли спасателя. Хотя все уверены, никакие происшествия не должны омрачать семейный праздник. Самая главная цель и программы, и вот это фестиваля – это как раз семейное общение, семейный досуг, возрождение традиций семьи. И пусть они будут чем угодно эти семьи заниматься, лишь бы дети видели, что это не только гаджеты, не только там планшеты, это действительно мама, папа, и это общее дело, это общий стол, это веселье. Фестиваль называется «Семейная рыбалка». Вроде ничего особенного, на самом деле концепция уникальная. Во всяком случае, вице-президент Федерации рыболовного спорта Станислав Радзишевский заверил, нигде в стране такого праздника нет. Есть что-то подобное, мама, папа, я, которые собирают там по 40 человек, где-то даже может быть по 100, но вот в таком количестве и так интересно представлены даже были вот сейчас конкурсанты, такого нет нигде в Российской Федерации. Самый известный рыбак России пообещал поделиться секретами промысла со всеми участниками фестиваля, но пожелал каждому научиться еще и отпускать пойманную рыбу. В конце концов, рыбалка лишь повод, чтобы собраться вместе и хорошо провести время на природе. Роман Баданов, Анатолий Кушнарев, Вести Липецк из Елецкого района.